хочу вам рассказать одну коротенькую историю. С моей стороны не очень лицеприятная. Я нахожусь на федеральной трассе, которая проходит через населенный пункт поселок Ахтырский, Абинский район Краснодарского края. За моей спиной магазин ДНС, и за моей спиной находится средняя школа, где учатся наши дети. И вот за моей спиной находится вот такой билборд. Вот такой билборд, ребята, это же не может быть случайностью. В День Конституции вот такое поздравление нас с вами. Как могут понимать это наши дети? Почему власти этого не видят? Как же так? Никакой цензуры. Ведь намек этого билборда, он однозначен. Мы в Конституции закрепили, именно в Конституции закрепили запрет на пропаганду ЛГБТ и так далее. И теперь что мы видим рядом со школой, где учатся детки? Вот такая вот случайность.